Директор Барнаульского кадетского корпуса отказался прокомментировать тот факт, что учебному заведению предстоит заплатить компенсацию за моральный вред 12-летнему воспитаннику. Напомним, подросток пострадал во время драки и получил закрытый перелом позвоночника. Конфликт между двумя кадетами произошел на утреннем построении. Поскольку ЧП случилось в стенах кадетского корпуса, а дети были оставлены без присмотра педагогов, компенсацию взыщут с образовательного учреждения. По результатам обращения матери несовершеннолетнего прокуратура района была проведена проверка, по результатам которой в Ленинский районный суд было предъявлено исковое заявление о возмещении компенсации морального вреда. По результатам рассмотрения данного иска решением Ленинского районного суда была взыскана сумма в размере 70 тысяч рублей. Кстати, случай этот в кадетском корпусе не единичный. В марте 2013 года здесь же, во время перемены, на ребенка упал другой учащийся. Тогда суд взыскал с учебного заведения 250 тысяч рублей.